Хвостаті, смугасті і норовливі. На Київщині в зоопарку 12 місяців народилось троє амурських тигрят. Їхні батьки, мама Шуша і тато Піфагор, зустрілись за день до війни, 23 лютого. Попри складне становище в зоопарку, холод та звуки від обстрілів, Шушина вагітність минула без ускладнень. І на світ з'явилась здорова дівчинка та два хлопчики. Они уже выросли, скачут, мы их еще никак не назвали. Надеемся, что посетители поучаствуют в присвоении их каких-то имен. Очень хочется, чтобы не военных, потому что так уже всем военные имена предлагают. Надо как-то стараться, я не знаю, переходить на мирные рельсы. Мы как раз сейчас занимаемся тем, чтобы найти опекуна как будто бы семье, вот маме. Потому что сейчас же они еще у нее кормятся молоком, хоть уже что-то там пробуют куснуть мясо, но сейчас мы это смотрим больше все-таки как на семью, пока не на как отдельных индивидуумов. И вот я знаю, что занимаются тем, чтобы найти им опекуна как семейство.